Реконструкция дома 29 на улице Парковой, ход возведения жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Актуальные вопросы сферы строительства на совещании в администрации района. Купить квартиру еще не значит ее получить. Еженедельно проблемные вопросы в сфере строительства обсуждаются на совещаниях в администрации. Так, на контроле ситуация вокруг жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. На объекте низкая динамика работ, вызванная финансовыми трудностями компании и застройщика. На сегодняшний день в корпусе А и в корпусе Б завезено 65% материалов, которые находятся на перекрытии. Нам осталось завести 2600 кубов пеноблоков, 40 тысяч кирпича завезли, осталось 100, и там по мелочам сетка и все прочее и так далее. Клей 10 тонн завезли, поэтому в понедельник 15 камечков заезжают, обустраиваются, все прочее, и во вторник выходят на работу. Ситуация достаточно сложная, динамики на объекте нет уже длительное время, поэтому проблемные вопросы, связанные с возведением жилого комплекса, администрация планирует вынести на совещание в Минстрое Московской области. Наши задачи какие? То есть координировать стройку, то есть, да, и докладывать Минстрою о сложившейся ситуации. Если эта ситуация вырулится, дай бог, мы будем очень рады, вредить мы точно не будем. Но если нет, значит, тогда пускай Минстрой берет под свое крыло эту проблему и совместно с нами уже будет решать. Не менее пристальное внимание приковано и к дому 29 на улице Парковой, хотя здесь ситуация складывается более позитивно. Реконструкция объекта в разгаре. В ближайшее время строители планируют приступить к монтажу фасада здания. В настоящий момент, значит, завезены, так сказать, опорные конструкции, то есть там леса и так далее, да, там перекрытие, там леса, пиломатериал. Сейчас ведется монтаж вот вспомогательного оборудования. И со вторника начинается монтаж системы фасада. Также на совещании обсудили реализацию договора развития застроенной территории на Дальнем Воронке. Застройщик компании «Unitex» уже длительное время не может оформить необходимую документацию и приступить к работе. В ближайшее время должно состояться повторное совещание с участием организации, занимающейся подготовкой схемы транспортного моделирования в микрорайоне. Дарья Санюгова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».